Любовь к кумиру порой не знает границ. И многочасовые ожидания артистов у служебного входа, желание получить автограф и сфотографироваться, оказываются невинными шалостями. В одном из интервью Николай Басков признался, что одна давняя поклонница даже предложила ему деньги за секс. Как уверяет звезда, девушка была готова отдать любую сумму и даже стать блондинкой. Брюнетки сейчас явно не привлекают золотой голос России. Николай ни за какие деньги не согласен изменять своей избраннице Виктории Лопыревой, в свадьбу с которой поклонники верят все меньше и меньше, а вот в верности Баскова никто не сомневается.